Далее вся информация в итоговом выпуске. Мы осветили главные события недели. Сразу после новостей смотрите специальный репортаж Игоря Никитина, президента общественного телеканала ТБН «Россия». Я же прощаюсь с вами. Хороших вам новостей и приятных выходных. Мы здесь с нашим замечательным другом и хостельером в Иордании, и мы так рады, что сегодня нас здесь ждут, и телеканал ТБН ждут в этой удивительной стране. Почему вы так приветствуете нас здесь, в Иордании? Добро пожаловать! Ladies and gentlemen, we really Здравствуйте, дамы и господа. Нам очень нравится Россия и русская культура. У меня очень много русских друзей по всему миру. И сейчас, когда я в Иордании, вы видите, что мы делаем для русских людей. Мы сделали фасад в виде флага Российской Федерации. Спасибо, Оливер. Это очень важно для нас, что здесь, в Иордании, мы встречаем друзей, наших соработников. И Иордания, послушайте, это удивительная страна. И сегодня я вам расскажу о том, что для нас приготовлено здесь, в Иордании. Но еще раз посмотрите, это самый лучший отель Иордании, Кемпинский. И здесь на весь фасад русский флаг в знак того, что мы делаем здесь, в Иордании, вместе с вами. Потому что во множестве гостиниц наш телеканал, и телеканал ТБН, и телеканал «Улыбка ребенка». Так что, друзья, спасибо вам. Вы создаете другую атмосферу по всему лицу Земли. Благодаря вам все меняется. Спасибо.